Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня снова сели на проекте Родина Ролеплей. Сегодня, пацаны, будет новое интересное видео, потому что сегодня мы посмотрим релиз глобального обновления на проекте Родина Ролеплей. Данный ролик вышел примерно полчаса назад, я решил записать свою реакцию на это видео. Сегодня будем без вебочки, потому что NVIDIA у меня вебку не записывает, а через Bandicam у меня не записывается звук. Поэтому сегодня будем без вебки, посмотрим, что вообще нас ждет в новом обновлении. Видео, кстати, идет 16 минут. Это довольно-таки долго, поэтому скорее видос будет идти довольно-таки долго, я думаю, минут 20-30 возможно, потому что это моя реакция. Все ссылочки, как начать смотреть, есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите, вводите мой ник при регистрации, вводите мой промокод. Буду всех ждать на центральном округе, где играю, в принципе, я. Давайте теперь смотреть видосик. Я не знаю, послышал даже говорить, потому что тут надо слушать. Я просто еще видос не смотрел, поэтому я пока что не буду комментировать. Сейчас вместе посмотрим. Так, газировка. Здесь можно, короче, будет покупать. То есть вы будете видеть, сколько у вас есть места в инвентаре. Это довольно-таки удобно, потому что частенько у тебя места нет в инвентаре, и ты типа не можешь там купить что-то. А так ты будешь просто видеть то, что у тебя лежит в инвентаре, и рассчитывать на то, что ты можешь купить. Такая система, кстати, есть на Аризоне, я видел. Дождаться врачей 40 тысяч стоит. Нихера себе. А что так дорого жить уже стало? А, надеюсь, эта цена типа так чисто для прикола, а не 40 тысяч. Прикиньте, 40 тысяч так отдать просто. Проще, не знаю, аптечку там купить. Ну, такая система есть во многих проектах, поэтому это удивительно. Такая система есть на Амазинге, по-моему, на Аризоне, на Радмире, может быть, тоже есть. Ага, можно теперь шлемы крафтить. Типа, если ты будешь падать, то у тебя хп будет меньше уходить, или ты типа не умрешь. Ну, нормально, чё? Пойдет, пацаны, с пивком пока. Я уже хочу посмотреть новый тюнинг, который будет, потому что я жду, самое главное, это тюнинг. Обновление для семьи. Добавлено новое улучшение мародеры, которое дает возможность членам семьи воровать патроны и ингредиенты у армии. О, вот это, кстати, круто. Давненько надо было такое сделать. Когда маленькая, мы воровали кукурузу с полей и бегали от охранников. Вам же уже можно совершать подобное, даже не выходя из дома и не рискуя. Нихера, нормально. Надо будет тоже сходить. Только у нас улучшений, конечно, нету, чтобы это сделать. Вот это, кстати, круто. Теперь надо покупать семейные вот эти квартиры, блядь. Дома. Просто купил домик, нахуй, чекпоинт, чпиньк, нахуй, и все, ебать. И заебись. Блин, реально видос длинный, просто очень длинный. А, можно ранги делать. 10 рангов. Ну, честно, очень похоже на Амазинг. Прям очень сильно похожа система. Как на Амазинг, эти ранги, блядь. Вот эти, знаете, Дискорд можно написать, там, туда-сюда. Очень похоже, конечно, но по-своему переделано, красиво тоже. А, кстати, графика, видите, по-моему, другая стоит. Вот, по-моему, графика вообще другая, по-другому все выглядит. Походу, будет новая графика уже, более-менее охуенная. Сейчас прям тут на видосике все красиво так выглядит, прям по красоте. Так он тут и был, как бы, ЖК Ультра. Он здесь и стоял, потом их, по-моему, брали. И сейчас, походу, обратно вернули. Я никого даже из Марвела не узнал. А, вот это понятно. Ну это, блин, это как на Аризоне, понимаете? Они много систем переносят тех, вот эти скины и все такое, они все переносят с Аризоны. То есть, по сути, Родина — это русский сам, получается. На Мазинке тоже, знаете, давно эти скины были. Это Человек-паук, блядь, зомби, там всякая херня. И эти скины можно спокойно купить по 50 тысяч. Потому что они не эксклюзивные. А вот на Родине они будут эксклюзивны, эти скины. А что там выпадает? Подожди, нихуя не понял. Дукати 1098, Дукати Дейвл, Кавасаки ZX-10RR и другие. А также автомобили. Вот это уже нормально, пацаны. И всего лишь 40 азенов стоит. А что так дешево? Ой-ой-ой, какие машинки. Ой-ой-ой, ты шо, полегче. Ой, кабанчик, какой кулинанчик. Да ты шо? Вообще по красоте просто, по красоте. Реально по кайфу просто. И что, всего лишь 40 АЗ будет стоить кейс? Новый бизнес. Горный тест-драйв. И это еще и бизнес будет. Бля, я бы словил бы, конечно, но из меня ловец такой себе, поэтому я эту идею лучше сразу откину. Не, ну это круто то, что они все-таки решили как-то использовать эту трассу, потому что она большая и там ничего нету. А теперь там можно будет проводить тест-драйв, и это будет бизнесом. А, не, ну казино уже нихуево выглядит. Вот это уже другой разговор. Не могли сразу сказать, ебать. О, вот это оно, вот это видно, что казино. Вот это прям по красоте просто. Молодцы просто, браво.
Вот интерьер охуенный просто. Как настоящее пиздатое дорогое казино. Вот лично я так считаю. Прям большое такое, все красиво, все дорого, богато. Я чувствую, школьники сюда будут частенечко приходить посмотреть на NPC. А почему на девушки легкого поведения должны быть в клубе? Хотя в реальной жизни тоже девушек много легкого поведения. О, вход, нормально. Красиво, красиво. Дорого-богато. Кстати, я заметил, что вот эти ЖК дорогие, которые сейчас есть, там просто 90% домов по ГОСТу стоит. Я не знаю, с чем это вообще произошло. Почему так? Раньше все скупали эти квартиры, а сейчас они просто по ГОСТу стоят. Но интерьер, честно, такой себе. Вот согласитесь, если, допустим, посмотреть там на казино, на все остальные интерьеры, там ФСБ, то именно тир выглядит как-то очень... по-спартански, поэтому я бы на их месте еще раз бы его переделал. Вот, пацаны, просто честный обзор, понимаете, честный обзор будущего глобального обновления. Прям без пиздежа просто. Вот, говорю как есть, блядь. 10 бизнесов, нихуя себе! 10 бизнесов можно купить. Ебать, это можно, блядь, продать все свое имущество, скупить тупо, блядь, в Арзамасе все бизнесы, например, и просто, блядь, бабочки нахуй. Считайте, все. Ебать, 10 бизнесов, ебать. Тут, блядь, одного нету, там целых 10, понимаете? О, вот это то, что я ждал просто. Вот это то, что мне надо, прям. Вот то, что доктор просто прописал, то, что я жду уже, блядь, 2 месяца или сколько, блядь. Ой, как красиво, ой, как красиво, ой-ой-ой. Ой, молодец, та ты шо. Также вы сможете изменить внешний вид вашего автомобиля, подобрать уникальную пленку с узором для оклейки кузова, установить брендовые диски, подобрать пленку для тонировки стекол. Можно диски показать хотя бы? Только установив уровень затемнения, спасибо. Но и выбрав оттенок. К примеру, темно-синий. А может, ебать, вам диски охуенные. Вашего автомобиля? Нихуя себе! В ассортименте товара... Ебать, сколько винилов! Я ебу нахуй! А также вы сможете настроить доступ колес по ширине. Ого, вы шо? А чё так много винилов? Я столько нигде не видел винилов. На каком проекте? Сколько их штук? 10, 15, блядь? И увеличиваться при положительном. 17, по-моему. Тонировка, блядь! Заебись, заебись. Красавчики, красавчики просто. Ебать, еще развал можно делать. Нихуя себе. Ебать, вот это тюнинг, пацаны. И девчата, блядь. Нихуя себе, блядь. Пацаны, живые эмоции просто. Извиняюсь за мат, конечно, но я охуел просто, блядь. Я такого, блядь, в жизни не видел. Вы шо? Ну, порт новый добавили, это я вам уже показывал в скриншоты, в принципе. А шо за наебалово, когда обнова выйдет? Алло, тут, блядь, написано дата где-то. Алло, меня шо, наебало, че шо? Так, здравствуйте, бла-бла-бла. Так, а когда обнова выйдет? Или она уже вышла? Подожди, блядь, я что, долбоёб? А, вот, обновление будет введено в течение 3-4 суток. Охуенно просто. Это получается сегодня 7 число, то есть примерно 10-11 часа уже обнова будет на серваке. Заебись, пацаны. Что ему? Заеб, охуенно, блядь. Все, ждем обнову. Всем спасибо за просмотр, лайки, подписка. Всем пока-пока.